Что там? А что там? Я ничего не видела. А что там? А что там? Мама, привет. Привет. Подарки? Я не знаю. Там, я знаю, что вчера мне сон приснился, что синенький подарок мальчика, а розовый девочка. Класс. Ну давайте открывать. Это Никита. Это твой? Да. Ничего себе. Ой, повезло. Дедушке, а что ж там такое? Дедушка с хлебом. Открывай, а там что? А ну-ка смотрим, смотрим. Что там такое? А у тебя что? Какие-то штука? Нет. Никита, это что? Это что? Да это приставка! С играми. Да это ж приставка, Никита! Ты хотел же приставку! Что у тебя? Покажи! Приставка! Да ты что? Милана, посмотри на меня! Ничего себе, Дед Мороз, только не уронишь, аккуратно! А ну поверни приставкой сюда. Я хочу достать. Это микрофон. Сзади есть этот самый шнурочек. Нет, он ух ты! Вау, а это одевать? Не оставайся, я хочу уже поиграть! Ну это я не знаю, сейчас дедушка может он делать. Куда там вставлять? Сюда. Вот сюда вставляется. Дедушка! И мне попалась приставка! Ну, вот такой... Попалась! Вот это дедушка! Еще дальше! Видать его приморозило, дедушка! Вот впереди кнопочки, нажимай кнопочку. Милан, глянь! А дальше что? Вот, и ничего дальше. Там справа нажимаешь на вот эти клавиши большие. А оно не работает, эта штука? Ну, он работает, ну, что-то слабо. Мы проверяли, Я уже динамик добавил туда. Ну, оно как бы АА, но оно там АА, но он не орёт. Это, знаешь... Мама, нарезку давайте я тоже поставлю. Так это работа. Сдвигай все вот так, чтобы можно было поставить. Сейчас. Куда? Вот это сюда? Ну, наверное. Еще ж картошка у меня. Вот это. Ой, а что это горячее? Ой, это я детям суп подогрела. Это я детям подогрела суп. Это ж на двоих. Побоялась, что будет. Люд, возьми, пожалуйста. Сок туда давай. Мама, держи. Пока очка не работают сегодня. Во всяком случае, пока мы были. Скажи. Ну, это потом с дедушкой вы разберетесь. Там к телеку просто подключить на тюльпаны и все. Сейчас этим никто заниматься не будет. Надо я понимаю, сынок. Надо... Иди сюда. Милана, иди. Надо. Это иди на сюда, двоих. Иди сюда, снимем. Будем вместе с тобой играть. Будем. Дедушка, а можно подключить? Ну, кого? Вот это. А я ж не знаю, куда она подключается. Смотри, на розетку. На розетку, да понятно. А потом же надо телевизор. Надо помоги ему подключить, пусть хоть посмотрит. Ему знаешь, как интересно. Вот это понятно. Приехали к бабушке, вот так. Вот, и к дедушке. О, блин, ты меня путаешь. О. Перезапиши. Приехали к бабушке. Вот она такой стол. С рожками. Нажимай на кнопочку. Красиво все, аппетитно. Вот и руки засними. Володь, там маленький стульчик. Принеси. Никита, получил себе подарок. На пол садись. Как его? Господи, приставка. Никита тоже получила подарочек. Вот. Ёлочка такая красивая. Бабушка вчера сделала. А, бабушка установила, привезла. Бабушка сделала. Бабушка наряжала, дедушка устанавливал. Вешал гирлянды. У нас у каждого своя работа. А как это играть? Как это играть? Давай разбираться. Маленькая ёлка. Все, Никита разбирается с игрой. Никита, ну как тебе нравится? Я думаю, вообще супер. А что у вас? Где зеркало-то? Где зеркало? В ванной? Там дядя Вова, по-моему, пошел. А, маме купил чинзана,
Коньячок армянский маме купил. Сейчас как сядем, как наедимся, да? Мам, ну что ты хочешь мне сказать? Ну что, я готовлю на стол, хочу вас накормить, с новым блюдом поздравить. Какие у тебя блюда сегодня на столе на твоем? А? Расскажи, какие у тебя блюда на твоем столе? Блюда у меня всевозможные. Вот такого... давай покушаем, а потом... Вот такой новый салат попробуете. Как он называется? Очень вкусный, вы такой еще не ели. Вот, крылышки, курица домашняя, шуба, рулет. Давайте уже есть. Если честно, я есть вот, так хочу. Оливьешка, селедка фаршированная. В общем, короче, это тут детям, да? Это... Саша, иди, пожалуйста. Вот, и этот теплый, остальные все не теплые. А это прям горячий. Ну, подогрела так. Иди садись. А я вот тут буду садить. Ты принцесса моя, ты что на бабушку так поглядываешь? Май, ложечку дайте вот на салате. Я пока не ложу. Ну ты понял, Никита, что это все игры. Их тут очень много. Ты выбираешь, какую ты будешь играть? Так, есть ложечка. Я пока не хочу сырой. Бутербродик хочешь? Будешь? Давай я тебе уберу. Бери колбаску тогда. Так. Вон колбаска. Ну, убрать вот это. Рыбку. Или ты будешь рыбка? Она гренки любит. Колбаску бери, милашку. Sit down, please. Сфотографируюсь. Вот просто хотя бы как-то сфотографировать. Я вообще-то хотела бутербродик. Мы фоткаемся, а Милана ест. Вот такая мама. Ёлочка, дай покажу. Да все красиво. Мама молодец. Такой стол накрыла. Мама. Вай, мама, кто это? Вай, мама, кто это? Да, доча? Ой, Никита, ты прям возле алкоголя сидишь. Я что-то хочу. Что ты хочешь? Там сесть хочешь? Нет. А что ты хочешь? Греночку? Какой тебе колбаска? Он хочет греночку, наверное. Никита, ты хочешь греночку просто? Да. А, бабушка, он хочет без рыбы гренку, а ты у него все убрала. Без рыбы гренку? Да. Бутерброд. Нет, он хочет просто без рыбы. Давай рыбку. А Милана, гля, проголодалась, фигачит. Молодец. Я тебе положу вот здесь, если захочешь, скушаешь. Людка. Оп. Мои хорошие, мои лапочки. Мои лапочки сидят. Ладно, ну как тебе игра? А какой же я, мама, вкусный торт сделала? Что, получился вкусный? Да. Да. Видите, он половину... А я не заметил, мама ж тигрица. Да, мама у нас тигрица. А вы, кстати, это же ваш тоже год. Это мой год тигра. Не мой год тигра. Так пусть они берегутся, Люда. Я не знаю, пропал. Она начала засыпать, когда мы уже уезжали. Боже мой, а что же за салат-то такой? Подождите, дайте хоть сфоткаю. И что вы вообще? Фоткали? Кстати, я еще вчера сфоткала. А, фоткали, да? Ага. Вот этот салат вкусный. Вот это можешь сфоткать. А селедка это еще... Рулетик. Никита сказал, бабушка, у тебя рулет был как суши, я весь съел. А Никита думал, что будут эти, на магните. Это же ж магнитные! Я говорю, Никита, рассмотри. А он такой, так это ж приставка! Ну давай. А ты ж не думал, да, что Дедушка Мороз приставку тебе подарит? Видишь? Твои мечты прям исполняются. Милан, у тебя такой подарочек классный, микрофон, будешь петь? Дедушка Мороз шел и Милана, там посидел. Милана не знает, куда себя деть уже. Пусть кушает, не обращайте на него внимания. Что вскрывать, говорите. Вот эту вот бутылочку с синей кнопочкой. Ты же не только снимаю, а и наливать. Я наливаю. С Новым годом! Ура! Ура, ура! Собрались все вместе. Что-то я себе налил так хорошо. Счастья всем, здоровья, чтобы детки не болели, чтобы родители слушали. Поэтому Дед Мороз же смотрит и приносит хорошие подарки на Новый год. Те, которые хотите. Слушаются, детки. Маме, папе, терпение, здоровье. У вас этот год будет очень сложный, потому что школа,
и все остальное. Да. А Никита постарается не подводить папу и маму, хорошо учиться. ПМЖ. Да. И ПМЖ, и все остальное. У вас будет год плодотворный. Ну, а нам с дедушкой желаю здоровья, чтобы долголетия, чтобы мы увидели, как внуки вырастут. Самое главное, да. Год будет плодоносный у нас. Так что все будет хорошо. Давайте, пусть он будет лучше, чем предыдущий. С Новым годом! Счастья, Господи. И вас с Новым годом! Внимание! Так, вспомнил у вас на свадьбе. Ой, как она? Кинзана. Алкаш сидела рядом с Кикой и этим, Ларисой. Ага. А Лариса ж... Кика. Бери заливную рыбку. Это у нас на этом? У вас на свадьбе. У нас на свадьбе. Да. Угу. Кика, бери заливную рыбку. Кика. Алла. Лора, может, хватит ему жрать, он уже третий кусок есть. Лора, где побольше было? Если хочешь, возьми ту печь. Надо запускать ее, то... Лёпайте, рёбушки, я говорю. Крылышки. А я есть. Я сказала, больше на Новый год не буду готовить. Картошки, какие-то эти самые. Вот так пару салатов. Так что я понял. Сейчас запущу я. Ну, упакована, конечно, Дед Мороз так постарался, упакованные игрушечки, подарочки, класс. Особенно Милана. Думаю, хотелось. А как же я думаю упаковать? Я его. Дед Мороз постарался, какой да. Молодец. Потому что он же ходил, смотрел, он же не просто целый год ходит. Заглядывает по окнам, как там. Дети ведут себя, как они слушают или да. Не слушают родителей. Я говорила вчера, уже ж так, уже ж... Ну, непослушно слушались. Я говорю, так, дети, сегодня, вот сегодня прям Дед Мороз смотрит, как вы себя ведете. Правильно. Походит и по окнам смотрит, как вы себя ведете. Вот именно сегодня, перед Новым годом. Ну, как они вели себя нормально? Ну, более-менее. Терпеть можно было, ад. Да? Я это буду искать. Здесь ада. Пробовала мимозу? А? Мимозу. Пробовала, вкусная. Такая пропиталась хорошо. Это я делал. Да ладно. Я стояла, значит, готовила. А он на тебе. Я готовил, я делал. Это что такое? Оставим тебе сегодня Никиту. А? Оставим тебе Никиту сегодня. Никиту тебе говорю, оставим тебе. Это правильно. Я говорю, Никита, ты у бабушки хочешь остаться? Конечно, что за вопросы? Конечно, что за вопросы? Ма, но он пока у вас, вы все равно Раша. Там чуть-чуть надо. Я ему уже и так говорила, и вот так говорила. Крутить его надо. Он уже посинел зуб тот. Уже его надо и все. Там чуть-чуть, буквально чуть-чуть и все. Еще помыть зуб. И зачем, кто, блин, а ты что хочешь, чтобы у тебя некрасивый зуб вырос? Ты понимаешь, что зубики у тебя начали расти, ему некуда расти. Надо, чтобы эти куда-то делись. Так у него и второй шатается. Никита, я в детстве. Айка, не бойся, она играется, Айка. Видишь? Айка. Никита, там его расшатать. Я в детстве, у меня шатался вот так зуб. Я взяла, вырвала и все. И не думала. Я даже это прекрасно помню. Иди наверх, Айка. И никто ничего не это. Раз, взяла, вырвала и все. Милана. Ой, Айка. Иди сюда. Зайка. Айка. Сейчас я чем-нибудь заманить ее надо.
колбаской. Ой. На, Айка. На. Иди, одевай Лялю, иди. На. А ей понравилось, слышите? На. Лялю одевать понравилось. На. Я говорю, на. Колбаска, иди. Иди колбаску. На, иди сюда. Айка. Нет, нет. На. На. Иди сюда. Иди. Угу. На. Хрен вы видишь. Да пусть посидит, так, господи. Да. Она сейчас будет лезть. Она мешаться будет. Да. На. Хватай его. За уши. Двери, 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 двери. Никита, двери закрой. Раз. Отправили. Заноза. Отправили девушку. Ей тупо немножко собачки. Ну давайте, ребята. Что? А, давайте, да. У мамы есть? Ну, допьем как раз. Как ты сказала, кинзана? С Новым годом! Давай, кинзана! С Новым годом! Это я уже немножко просто выпила. Видишь, пол бутылки с мамой. Да, господи, что там? Сколько там, кстати, градусов? А как я сказала? А, кинзана. Ты сказала кинзана. Кинзана, я сказала, да. Ну, простите. Вкусненькая. Ну, нормально, да, да. Будьте здоровы. Да будем уже ждавать. Мам, так вы смотрели наш ролик «Утро 31 декабря»? Не смотрели? Некогда было, покажи. Ну вот составляете. А, это где ты мыла полы там, да? Да, да, а потом Саша. И как, тебе понравилось? Это я смотрела, да, понравился. Хорошо я там сыграл? Великолепно. Как Сергей Безруков. А Милана, смотрите, как у нас было. Милана рядом стояла, а потом вот так мы уже почти сняли, и Милана... Да, да, и в конце. А там в конце надо было... 3-4. Я говорю, все, Милана, хватит. Дай нам 5 секунд ролик доснять. Она, все, я буду... Я говорю, давай, выходи с комнаты. Она говорит, все, я больше не буду смеяться. Честно, честно, я и не правда. Буду больше. Она не выдерживала и смеялась, когда мама начинала попу чесаться. Да, и смешно было. И смешно было. Но вот это был, вот этот, что мы сняли, выставили, это был последний уже. Да, дубль. Саша, то есть Милана дала. Она пообещала больше не смеяться, и она не засмеялась. Ну что, тебе интересно, Милаша? А там кто-то писал, Саша пукнет. Да, да, да. О, смотри, смотри, комментарии читай. Ма, ты там плохие комментарии хоть не читай. Там и плохие, там и хейтеры есть, хейтеры. Хейтеры – это те, которые пишут плохие комментарии. Сволочи. Прям могут с матюками писать. Я стараюсь просматривать и удалять. Обзываются. Обзывания вот эти вот. Все. А так все написали, что Саша, зачем ты рожки одел? Это ж не год оленя. Ты это такой не удаляешь, да? Я не удаляла, нет. Смешно же. Ну кому, мне не смешно, например. Колбаска упала. Очень вкусная, кстати, колбаса. Да, и вот это вкусная вот. Колбаса. И вот эта штучка. Это балык или... Красную икру кушай. А, карбонатка. Красную икру ешь. А мог бы подороже кусать. А что, нормально не так? А там только такая была. Так зачем маме такая? Мама и такую каждый день ест. Ну, не каждый. Ну, ладно. Я так, честно говоря, расстроилась. Дедушки ж не выдали эту, как ее называют, больничный, не закрыли. На следующий год пошел, потому что поздно сдали. Думаю, не выкрутимся. Когда с афганские хапнули, там то-то, все. А у вас шикарный стол еще. Надо было мне позвонить, я бы кинул что-то. Да ладно, еще чего не хватало. Чего это? А, слышишь? Я это... бы мог и сам Инка, кинуть. Инка я знаю. Пишет. А что ты готовила? А, нет, не пишет, она звонила. Мама же, как и я, никогда не спросит. Мам, ну я, конечно, у вас уже селедки наелась, а вот вперед. Салат селедка, селедка селедкой. Я же должна это попробовать. Селедка селедкой погоняет. Ну, если оно все вкусное. Вот, ты часы одевала, я не заметил. Молодец. Часы одела, да. Я говорю, а ты что будешь готовить? Не знаю. Кто, Инна? Да, слушай, говорит, Дианка любит сыры. Так, и мы купили сыр какой-то там дорогой. Дианка сыр любит. Мы были, когда Виталику в кафе отмечали 50 лет. А, это ж мы было полтинник. Да. А когда Виталику отмечали 50 лет, подавали 4 вида сыра кубиками нарезанные.
и два соуса. Один с медом, а другой с джемом. А, ну, все равно бывает, да. А другой с джемом. Она говорит, очень вкусно. Ну, да. С джемом? Да, да. С медом бывает, подают. Бывает с джемами. Да. Понимаю. Вот эти соленые сыры подают, да, с медом. Да, вкусно, вкусно. Вкусно вообще, завал. Я первый раз, кстати, слышала такое, что с медом сыры едят. Первый раз слышишь такое? Да. Здравствуйте. А ты как будто слышал? Я и ел. Во Франции, когда был, позапрошлом году. В провинции Шато. Люда не любит, когда я уже выпью и разговариваю. Не правда, елка наклонилась. Ну да. Девочка. Ой, у нас мы равняли. Елку, она вечно куда-то ее наклонит. Ну, вас не понравилось. Я говорю, Саша, все, не будем ее трогать, потому что постоянно те игрушки падают, когда мы поправляем. Ну и вон. Елку. Ну, она лысоватенькая, конечно, можно было больше веточек. Но она, ну, на 700 рублей. Ой, мы нормально. Мы накупили за сколько? 1600, да? 1600. И плюс 100 рублей упаковка. Вот это, самое классное шоу. Ну, у вас шикарно. Но мы уже, конечно, да, уже захотели большую елку. У вас хорошая елка. У нас хорошая елка, да. Мне как-то в Инстаграме один написал. У нас искусственная елка, извините, но ваша не очень. Я говорю, извиняюсь. Во-первых, искусственная. У вас искусственная, скажу. У нас не искусственная. У нас елочкой пахнет. Конечно. Я понимаю, что искусственные елки, они красивее тем, что они более пышные. Там можно разложить веточку к веточке. А тут никак не разложишь. Какая есть, такая есть. Но это же другое все равно. Как мать природа сотворила? Да. Это же и запах. Да вообще. Не знаю. Я, например, лично, я очень довольна. Я тоже все съела. Мы живем с дядей Вовой 10 лет почти. Угу. Мы каждый год ставим елку. Даже когда у вас не было, детей не было, нам все равно. Мы еще не родились. Хотелось. Нам хотелось. Мы еще не родились. А? Мы еще не родились. Нет. Это сказали детей. Слышал, что сказал, что год будет плодотворный. Плодотворный будет год. Ты так близко снимаешь, вот так. Отсядьте, я не могу, я уже и так растягиваю. Что вы вот так вот, вот так. Ну вот видишь, он зачем так близко? Я и так уже отвожу руку. Ну так отодвинься. Так кто-то подвинься, то отодвинься, мне не знаешь, мне уже делать. Ой, ну короче, всегда ставили. Так, я запрещаю говорить, когда мне снимать, когда мне не снимать. Люди тоже запрещают говорить. Я оператор, я знаю, когда снимать. Все, заканчивай, Людочка, хорошо. Та-та-та-та-та-та. Что вам помочь, моя дорогая, любимая мать? Я купил банки. Кого? Маме? А сколько? Одна 800 рублей, другая 1200. Та-та-та-та-та. Икра. Саша. Вот это вынести надо еще, и картошку надо вынести, чтобы... и вот эти банки надо вынести. Почему вы приказываете мне, что мне делать? Почему, мама? Потому что я приказчица. Приказчица? Та-та-та-та. Бутербродики. Мама, очень вкусные бутерброды, сразу скажу, но сильно много масла подсолнечного. Подсолнечного масла? Ну, очень вкусный, но сильно много масла подсолнечного. Бутерброды. Но чтобы Генке сделать... Чтобы Геночку сделать, надо... Никита ушел в 90-е. Да, эта графика раньше считалась просто улетной. А тут у нас певица Настя Каменских. Милана уже разгрохла маме игрушку. Вернее, не Милана, а Люда. Мама, вот эту аджику надо убрать отсюда. Это ж не варенье. Вот это ж надо убрать отсюда. У новогодней елочки ребята собрались. С 1757 года. Ну зачем? Ну не зли его. Вот это, а почему за мной?
За тобой. Почему за мной? А за кем? За тобой. Мама, ешь икру каждое утро. Делай себе бутерброды каждое утро. Делать такие-такие бутерброды каждое утро? Вот такие. Спасибо большое. Что же это такое за сын? Хлеба вам накупил, видишь? Никит, девушка спит. Девушка отдыхает. Ему на работу сегодня в ночь. Люден медовичок. Самый вкусный. Так, ну что мы? Сейчас посидим, поедем. Да? Так. Мама у меня красавица сегодня. Тигрица. Тигрица. У тебя майка есть тигровая. Она леопардовая. Да? На самом деле. Мы будем считать, что это... А что вы хотите? Чай? Чай будем пить. Я буду. Дети будут чай? А соком они будут. Я чай буду. Вот из-за тебя делать... Так мама чайник поставила, что это словно залить. Дети, а он чай или сок? Да сок. Чай. Сяй. Да зачем ему тот чай? А сок кто будет пить? Глянь, 2 литра сока. Мама, он будет сок. Будет сок, мам, не выдумывай, да. Да я Саша сейчас чай сделаю. Вот это сок, да. А кто? Он хочет ну, сок. А, тот сок. Да. Ты хочешь сок? Давай я тебе налью сок, внучек. Вот, сок. Ну, давай ешь. Давай ешь уже сок. Я вообще большой кусок. Можно? Никита, вообще-то это бабушкин вкусный компотик. Это ты бабушку не любишь, что ли? Это... Ну так пей ее сок, компот. Что это что такое? Это ты не пьешь, а? Бабушка я старалась, это персик. Это ж домашний, персиковый сок. У мамы еще херлянда. Помоги витамины, аж прыгаю. Витамин G, витамин Е, витамин B. Это мне что? Мне побольше кусок, мне хороший шмотылок. Мне хорошие шмотылки. Так, Саша, хватит снимать, давай выноси. Господи, пристал со своими этими. Сейчас оно надо? Вынеси. Ну потом вынесем, Господи. Саш, давай выноси, быстро. Молодец. Вкуснее поваров. Поваров. Какие-то повара, профессионалы. Мама, пробуй. Хочу, чтобы ты попробовала тортик. Да. Ну, нормальный торт, обычный. Пропитанный, вкусный. Ты как Арина из ТикТок. Вот Арина из ТикТок, вот эта квашонка рулит, дочка ее. Она еще в рот не положила, когда пробует. Вкусно, просто обалдеть. Ай, Арина из ТикТок, не смотришь, квашонка рулит? Значит, ты еще не так глубоко в ТикТоке. Но она ей же не попадается, маме не попадается, ты же... Ну, рекомендация, рекомендация, да. Квашонка рулит. Квашонка рулит, да, рулит. Это Никита прикалывается. Вчера сидела бедненькая, опять у нее 20 человек было. Иногда попадаю, но сразу выхожу. Если ты в прямом эфире, ты ж меня не видишь, да? В смысле, как не вижу? Ну, вот, комментарии там идут, комментарии. Вот, если с кем-то в прямом эфире. Ну, если вы мне пишете... А, когда батл идет, мама спрашивает. И что? Не, ну, а ты на батл попадаешь? Иногда, да. Да, я его у своего брата видела как-то. Да? Сидел. Ну, вот это как сестра. Звезда. Так и что я не вижу? Там люди же мне пишут, я вижу. Все. Это когда комментарии ты, пишут тебе, ты видишь, да? Ну там, в эфире, да. Ну, сообщения эти. Ну, лучше дарить подарки. Тапаем. Не надо. Нет, мама, подарок. Тапаем. Тапаем. Хорошо, что вы... Хорошо, что... Дед Мороз не купил приставку. Какой молодец. Он, наверное, так, ты так хотел, видно, что он даже услышал твое желание. Аннабель, и памперс, и памперс. И микрофон. Башка, это ж
знаешь, что мне есть? Бошка, ты знаешь, что мне есть? О, Милана говорит, не хочу. Села уже. Будешь? Хочешь еще? Нет. А ты знаешь, что мне есть? Бабушка, подоел. Да, куда ж я сдам? Бабушка, где съела? Кукутуй трек. Самый кукутуй. Самый крутой из всех. А кто этот трек собирал? Папа. Сидел, матюкался. Крутой папа. На здоровье. Спасибо, спасибо.